Москвичи здесь особенно очень ездят, очень но они едят... опасно. Подрезают. А, москвичи знают, так много транзитом едут здесь... куда-то или не, любят вместе? Нет, они направлены сюда, то ли в бизнес, то ли... А, ну да, да, да. А потом все санатории здесь дешевле, на такие большие праздники, а у них сейчас большие праздники. Вала. Ну да, сейчас. В-третьих, как... Ну! Вот нас библиотека, если помнишь, была здесь, в горочку вверх. А потом ее туда перенесли и все. Я сделал, помню, по заказу посольства Венесуэлы, Кубы и... еще, ну короче, боливарианская это, кто там придерживается еще, значит, я сделал, они плакаты победы боливара, хотя боливар ни одной победы не держал, в общем-то, он был такой простой интеллигент, не, ну а богатый. Каким-то образом, кто-то с Сан-Хосе или Сан-Мартин? Нет, ну... Кто, они же как-то испанцев выпили из этих? Не, ну это потом все было. Он проиграл все битвы. И при Карабово, причем, да. Эту битву, которую они отмечают. Но они Боливарианской республики. Вот. И был плакат, да? И они, нам нужно подчеркнуть единство народа и все. Я дизайнеров сел возле дизайнеров, да, молодых. Говорю, рисуй. Так, у этого Че Гевара там, блядь. Там этот Уго Чавес, конечно, потом сам Боливар, потом эти все, кто там кубинскую, Кастро, все. Ну и Лень, ну? Даже словарик не заглянул. Народ и там это, единый, да, знаешь, мы победим. Все лозунги коммунистические, что в мозгах остались. Как дал, они смотрят, это же гениально, Игорь Иванович. Это же, как вы придумали так? Да, я нихуя не придумал. Я там с этого вырос. Колыбели пели мне. Такие слоганы, блядь. Вот этот чувак там стоит. Марат Козей. Это Марат Козей, а это оттуда. Здесь нет. Здесь еще Марат Козей и вожди. С гранатой. Ну. И еще кто ж здесь? Там это сквер такой... Янки Купалы. Это Янка Купала. Это Янка Купала. Но, она... Ты хочешь посмотреть? Не, ну... Не, а Мурат Козей здесь, уже, да, знаешь. Вот там он гранату бросал. Здесь мы уже с тобой проезжали. Да. А здесь дорогу только открыли. Все было перегорожено. Вот, я тебе... О, я тебе Троицкой не показывал. Давай к центру. Узнаешь ты его или нет. Вот что дело. Потому что быть не может, чтобы ты... В Минске перед отъездом, если было Троицкое,
ты его не смотрел. Понимаешь меня? Надо глянуть, чтобы понять. Да, надо глянуть. Если... Чтобы понять. Чтобы понять, ну да. Так, тут единственный есть этот. Сейчас. Подожди, сегодня что? Сегодня будний день, да? Будний. Но, движение так себе, да? Ну, есть. Судя по этим. Ну, по работе все ездят. По работе, ну а да. А может, тоже друзья водят. Да. Больницу. Не, ну, доброе. Но Минск работает, что там, наверное. Не, Лукашенко не... Половина Минска нету, Леня. Ну, да? Ну, конечно, когда такие праздники. Ага, вот этот... Опер, да? Где мы были, да. И даже в холод работает фонтан. Напиши. Даже в холод работал фонтан. Я напишу, я говорю. Когда я приехал в Минск. Ты уже сказал, конечно, записал. А, ну тем более. Что вот. Даже в холод. Сейчас вот, Лёня, если ты помнишь, здесь была, ну, возле оперного, да, вторая клиническая больница. Вот здесь мне делал операцию, а это уже не при тебе, в 78-м году. Ну да. Точно, я помню, у меня командировка на полгода. А мне так не хочется, хер знает, куда выезжать. А у меня какой-то там нарост под коленкой, ну, с той стороны. Доброкачественный такой зубак. И я прихожу, говорю, а мне говорят, сделай операцию, все равно с ними будет тебе мешать расти. Доброкачественный, ничего бояться. И я думаю, о, самое время. Значит, а, это на 3 месяца была командировка, а мне надоело уже ездить, точно. На 3. Слушай. Я сюда ложусь, с первого дня, ну, а там первые дни анализы делать. Ну и со второго дня начались визиты друзей. Один с кеточкой вина придет, второй, значит, я тут большой, я пришел в ряд на операцию, я сюда приезжаю, и мне колят на операцию. А где это спрашивает? У нас ассистенты нет. Ну что, кто операция? Вы не послушали, нет. Мне сказали, что наркотики, я обалдею, поставят ящик инструмент, а я беру на молоте, я беру и храблю. Пузо кладу, беру эти, они начинают работать, потом говорят, где скальпель, где, а я все, ну половина. На медсестру говорит, что я сучка не знаю, что готова, где что? Вот, нету, сейчас мы где это ладно? Вот, я находясь на этом. А это не было ключа? Нет, не нервный пару, он резал. А там все-таки профессор, который... Ну вот у меня пару вина, старые дрожжи, знаешь, да, меня как это и понесло, и тут они вызывают на меня главврача, говорят, бля, после операции сволочь буянит. Вы что? А? После операции что? Буянит. Так это, да. А, ну. Ну, он со мной, надо сказать, что как-то вот нашел, мне понравилось, как он со мной разговаривал. Смотри, там я нашел вывеску «Старый город». Вот это называется. Ну? Это называется, как тебе сказать, это Троицкое предместье. Но мы сейчас специально проезжаем. Смотри, вот оно издалека. Мы проезжаем, я тебе показываю то, что ты не увидел. Вот, отсюда, с этой стороны, ты не видел ничего. Не видел. Потому что вон там дворец спорта, понимаешь, через озеро. Комсомольская, да? Вот. Это Свислочь, плавно протекающий. Вот панорама, вот этот дом. Да, он может. Вот, можно тут. Вот смотри, вот ты издалека спрашиваешь. Вот экскурсии их, да, ходят? Возят. Да, экскурсии сюда возят, конечно. Вот тут можно было спокойно бы припарковаться. А да? Мы сейчас так и сделаем.
Я хочу тебе показать просто это. Конечно, это выйдем на хвильку, да? Вон твои все. Добрый, я тогда то не снимаю. Да, да, да. Это уже когда вот выйдем. Мы сейчас развернемся у дома Минск-Москва, вот где фестиваль был. Белый квадрат. Каждый ежегодно проводит там. Да, ты же, как это сделаем, то заедем, попьем кавки, не? Где-нибудь. И вон тут этот самый церковь-то, я смотрю, с этими. А там Святослава еще крестили. Вот вход она, раньше был Westport Club, а вот гостиница «Беларусь». Или ты не помнишь, что ты здесь не бывал? Ты с иностранцами не встречался, нет? Нет, с иностранцами нет. Видишь, одни русаки номера. С очень мордой. Рус. Б, буй. Ну вот, это тут ты посмотрел, сейчас мы наоборот, это отсюда хороший вид. Ну ладно, давай тогда, сейчас мы с тобой развернемся вон там. И тут там еще проблема развернуться, блях. Да, ну ничего, Кленька, мы же опытные водилы. Три захода мы сумеем, я думаю. Блядь, столько машин. В гостиницах живут, что ли? Нет, да какая затея здесь? Так, давай дальше. Ладно, я знаю, тут место одно для разворота гораздо лучше. Извиняюсь. То есть я 80 пырканий не хочу делать, потому что это все для... Ой, теперь тут может что-то... Сука, Москвич 77-й регион, ну ладно. Моя тачка вырубилась. Так, 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 ну здесь, ладно, придется здесь туда. Одни русаки, охуеть. Не, блядь. Тесно. А вы тут застряли, да? Застряли тут? Там проезжать не проедешь. Не, нам развернуться. Ну, да ладно. Вот я тоже сюда сейчас буду разворачиваться. А здесь что-то трудновато с разворотами. Здорово. Поехал, вот другой. Они-то ладно, они же... Нет. Могли не... Нет, но я знал, что вон там, а там есть...